Я приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Сегодня посмотрим с вами достаточно глубокую, интересную тему. Она называется «Контракт ваших душ». Если отношения у вас достаточно непонятные, либо же, да, вы возвращаетесь много раз человеку, либо вы только, да, познакомились, да, и вам интересно узнать прогностику, что же ожидает вас дальше. Вот посмотрим сейчас все вот эти моменты и что предназначено, да, вот небесной канцелярии и какой был замысел всего происходящего между вами и тем человеком, кого вы загадаете. Расклад у нас общий, как для мужчин, так и для женщин. На выбор будет три колоды: Ленорман, Золотые мечты, Николета Чиколи и Оша Дзен. Настраивайтесь, выбирайте. Конечно же, это лучше всего делать в спокойном состоянии, ну и в настроении. То есть у вас должно быть вот такой вот настрой сам, что я хочу, да, узнать вот такую информацию. Если такого настроя нет, лучше, да, отложить видео, посмотреть в спокойной обстановке немножко позже, чтобы вас никто не отвлекал, и у вас было достаточно времени услышать всю информацию и правильно, да, ее воспринимать. Итак, мы будем начинать с позиции номер один. Остальные я пока уберу. Итак, контракт ваших душ. Четко, да, смотрите на ту информацию, которая звучит, чтобы вы понимали, соответствует ли это с вашей ситуацией. Вот, потому что расклады общие, и вы можете просто, да, интуиция не сработает, и выбрать не ту позицию. Либо же полностью, да, расклад с вами не резонирует. То есть может быть и такое, что ни одна позиция, да, вот сегодня не проиграется. Потому что, ну, все же не забываем, что это не личная консультация, да, а вот расклады общие развлекательного характера. Итак, контракт ваших душ по первой позиции. Я выложу до конца и буду вам вещать. Смотрите, во-первых, ваши души по прошлой жизни, да, вы уже вместе были. И на это, да, несколько карт у нас указывает. Вы вот друг друга, да, вот аромат души как бы узнаете, узнали в этой жизни, и вас притягивает. В прошлом, да, вот у вас были моменты ссор, у кого-то прям расставание, ухода. То есть у вас была, да, как такая игра какая-то между вами. Сегодня хорошо, а завтра все плохо, да, и накрыло полностью. В данный момент, смотрите, у вас искреннее чувство к данному человеку, да, вот с ним. Но есть моменты, которые не озвучены, которые все еще скрываются и не проговариваются. Понимаете, тучи — это словесные такие аспекты, которые у вас вот проблема, у меня ощущение, что в подаче, в трансляции себя. То есть в ваших отношениях все рушится, когда кто-то о чем-то умалчивает, или кто-то что-то не договаривает, да, или кто-то выводит на разговор, а кто-то не дает вот эту обратную связь, и получается, да, как об стенку горохом. У кого-то еще хочу сказать, что, да, присутствуют, либо были вот тут вот какие-то воздействия,
да, на вашего человечка тут, скорее всего, что, ну, больше словесной, да, такой магии, как бы, может, кто-то бывшая или бывший тут имеют, может, семья даже, да, у кого-то из родственников, ну, вот именно родственники вашего человека, вот партнера, которого вы загадали, имеют такие вот, знаете, как, вот бывает плохой взгляд, а тут плохая речь в плане того, что сказали гадость, да, допустим, там что-то, или побывали вы в гостях, и у вас после этого, да, в ваших отношениях все может рушиться. Но для это, да, это частная такая немножечко трактовка в плане того, что здесь были, да, у кого-то и до сих пор есть вот немножко магические воздействия. Вот, вот такие пироги. Кто-то, да, здесь кому-то дам, да, еще третью трактовку, когда все у вас закончилось, кто-то, да, делал тут на вас, то есть этот человек, которого вы загадали, возвращает вас с помощью магии, потому что, да, еще и, да, вот такой словесный. Почему? Потому что считает, что вы его человек по судьбе. Это да, это верно. Но здесь смотрите, какой момент. Тут, да, у кого-то, так как расклад общий, я дам, да, несколько вариантов, какой контракт душ, потому что очень много людей, а расклад один. По первой позиции я скажу так, что в этой жизни вы должны с этим человеком обрести, да, грамотное партнерство и родить ребенка. У кого-то вы расстались, да, или вот идет дело к этому, и у вас был аборт, да, нерожденная душа проиграется еще и так, потому что карта гроба на это указывает. Кто-то здесь не родил от вот этого человека ребенка, а по судьбе он был, и поэтому вы спрашиваете за него, вас к нему тянет. Вот, но смотрите как. Судьба, да, она такая штука, мы ее делаем, строим сами. Поэтому, если убрать, да, негативные вот моменты по крысам, какие-то, да, неприятные, то у кого-то это, да, проиграется. Давайте спросим. Ну вот понимаете, тут у кого-то прям возобновление отношений будет. Если вы вот сейчас спрашиваете, а у вас, да, вы расстались, вы в ссоре, вы на паузе. Тут в течение месяца, луна месяц, всадник, да, месяц, тут у вас будет этот человек, в вашу жизнь возвращается. Причем через какую-то проблему, то есть что-то там произойдет, вы либо попросите помощь, да, либо он как-то выйдет и у вас попросит совета, или она, да, вот, вот такие вот моменты мне идут. Здесь у кого-то вы кружите дальше, рожаете ребенка и в партнерстве остаетесь. Но, друзья, у кого проиграется, да, вот момент аборта, тут, к сожалению, да, вот, ну, честно, давайте возьмем, да, вот центральный наш, вот, да, столбик. И тут весь момент в том, что из-за негативных, у кого-то магических, у кого-то просто моментов плохих, то есть человек, да, у кого измена, у кого еще что-то, обман там, у кого в плане денег что-то было, да, нечестно сказано, сделано, то здесь будет, да, финита ля комедия, то есть тут будет у нас завершение. Вот, просто для кого-то карты озвучивают, что вы, у кого вот, да, просто были моменты ссор, у кого есть вот родственники, да, либо люди, которые могут словесно что-то там желать такого негативного, вы, несмотря на все эти, да, каки, вы продолжаете, да, свои отношения грамотно развивать, рожать ребеночка, да, и вот идти дальше сюда. Ну вот для кого-то, спрашиваю, да, второй вариант трактовки, а для кого-то все, для кого-то вот эта башня, то есть вот... Да, кто-то у нас рожает деток, а кто-то, да, у нас вот остается, кому-то тяжело здесь, будет достаточно. А у кого-то, я же говорю, вы смотрите на данного персонажа, на данного человечка, потому что ребенок, да, не проигрался. Ребенка вы не родили, да. Ну, или вы, или там, да, если мужчина смотрит, ваша женщина. У кого-то здесь есть, да, у кого-то здесь есть ребенок. И вот смотрите как,
У кого здесь проигрывается, что в вашей семье, да, есть ребенок, у вас есть ссоры, у вас были разные моменты, да, вы решали, то тут я вам хочу сказать, что вам надо, да, вот убирать вот эти все придирки, вот эти все, даже, да, на дне вот колоды сейчас у меня карта плетки. Вам надо себя транслировать немножко по-другому, и тогда не будет вот этих вот коллапсов, вот этих вот качелей, и, да, и карта развилки, да, то есть вечно вас тянет в какую-то, да, степь такую, вот что-то вот такое совершить, возможно, да, ну, недостаточно, да. И кто-то здесь что-то скрывает, вот постоянно вот этот момент такой есть того, что что-то, да, книга — это тайна, маска — это тайна, да, то есть закрытый, закрытый. Может, здесь кто-то смотрит на человека несвободного, то, да, все, что вам светит, это либо, да, забеременеть и сделать аборт, либо забеременеть и родить ребенка, но вот на чем зависнет все, на сексуальных, да, утехах. И не будет этот партнер, да, вот вас ставить на первое место. Поэтому я не могу не озвучить этот вариант, так как выпадают такие карты. Вот такие. То есть, когда докладываем, да, видим, что эта история, да, для кого-то... Ну, вот смотрите, я спрашиваю, есть ли, да, вот счастливый исход событий? Да. Вот для кого-то то, что я говорила, что вы с данной душой, у вас контракт после, да, заключения брака, после того совместной, ну, начала совместной жизни, вы, рождается у вас ребеночек, да, и вы все, вы одно целое, вы семья. Благополучный исход тут есть, но... У кого я, да, проговорила, что вы уже тут расстались, или вы в ссоре, или у вас вот эти обманы, вот эти измены, там, тайны, имейте в виду, что дальше вы, да, здесь, ну, ваш контракт, я озвучила, да, как он может закончиться. Поэтому будьте бдительны, ну, цените себя, ваше время и, скажем так, да, вот эти все... моменты судьбы, они корректируются, и над ними просто нужно работать. Работать над самооценкой, над осознанностью, да, что я делаю в моменте здесь и сейчас, и куда я иду, да, то есть что я хочу получить от этих отношений. Ну, вот такие у нас три варианта получились по позиции номер один. Пишите ваши отзывы, как оно с вами проиграется. Благодарю за внимание. Мы переходим к позиции номер два. Контракт ваших душ. Посмотрим, что же, да, тут у вас предначертано. И что Вселенная хотела бы вам передать в вашей паре. Так. Опа, сразу две карты, класс. Класс, так и оставим их. У кого тут вредный характер, что-то карты так прям вертятся, как уж на сковородке. Как у кого-то тут, у вашего партнера, видать, характер не сахар. Так, ну то, что судьбоносный человек, даже, да, по рубашке, ой, по рубашке, по дну колоды, это заметно, да? Почему? Потому что 20-й старший аркан — это всегда судьбоносный, и что человек дается для чего-то очень важного. Итак, во-первых, у кого-то проиграется, что у вас разница в возрасте, да, там достаточно, да, какая-то, может, весомая, может, немножко, но все же, да, может тут мужчина быть даже и младше, может быть не настолько осознанный, как вы, может, в социальном плане где-то, да, вы больше там же, если женщина больше зарабатывает, или как бы там у вас свой бизнес, а он работает на кого-то, вот в чем разница. Дальше. Данный человек, данный партнер вам дан, вы его
изначально воспринимали легко, как увлечение, и даже не догадывались, что вот тут, да, вот как раз это ваш звездный час, ваш волшебный человечек, который начинается с сексуального контакта, переходим мы, да, в королеву и короля Пентакли, и еще и карта умеренности. Здесь речь о том, что со временем, да, будет беременность и ребенок. У кого-то, смотрите, если женщина смотрит, допустим, да, тут есть вот момент того, что уже есть детки, да, то есть вы строите отношения, но при этом уже у кого-то, да, там сынок есть, там либо дочка, то есть тут однозначно момент того, что присутствуют дети, да, и на это указывают нам две карты, поэтому вы немножечко переживаете, что вы в иллюзиях, и что данный, да, партнер-человек где-то как бы по-детскому может что-то сделать, как-то не так поступить, но вы знаете, тут такой момент, что это ваша мечта. Вы сами того, может, не понимаете, но именно данный человек исполнит какие-то ваши огромные желания и даст вам ту любовь, да, то, что вы хотели. Но здесь, честно, мне больше идет, что женщина будет прокачивать мужчину эмоциями, и мужчина тогда, да, уже начнет вот эту заботу, проявит себя по магу и звезде, да, прям, я же говорю, как волшебник, и даст вам все то, о чем вы мечтали, и переведет вас из королевы кубков, да, в королеву пентаклей. Вот такой тут, то есть из статуса, да, девушки, любимой, возлюбленной, в статус своей жены. Если смотрит мужчина, вы где-то себя ощущаете немножко робким, немножко, что она такая вся куколка-красавица, да, мисс мира, как я люблю говорить, и как над ней взять власть? Ничего, возьмете, да? Главное, вот, не теряйтесь в каких-то там иллюзиях, да, если вот запланировали четко что-то, вот это и делайте. Вы безумно нравитесь этой женщине, да, вот, даже если женщина смотрит здесь, очень хорошая, да, сексуальная связь, вам безумно вот подходит данный партнер. Вот, думаю, вам все карты видно. Карта умеренности, ваши отношения будут развиваться медленно. То есть, да, бывает, что люди там только встретились, уже там поженились, или там ребенок, или там сразу там, да, тут ты... Весь момент, весь будет шарм в том, что вот как-то не все сразу, но все круто, да, то есть медленно, уверенно иду к своей цели. Вот так. Ну, про деток я сказала, да, что здесь кто-то вот строит отношения, но при этом у вас уже есть, да, ребенок из прошлых отношений, и поэтому у вас вот, да, какие-то такие вот и вышли, да, карты у нас детские, что вы немножко теряетесь, как оно все будет и получится ли, и вас, да, вот смущает, что неужели вот такой персонаж случайно влетел в мою жизнь и может остаться. Во-первых, да, может, вы выпали король и королева пентаклей, причем вы из королевы чаш входите в этот статус королева пентаклей, то есть благодаря своим эмоциям, да, вы его как бы, да, будете вдохновлять, и человек будет тогда заботиться и давать вам все то, что нужно. Шикарный расклад. Друзья, все, ни одной плохой карты, это невероятно, я прям радуюсь. Ну и да, вот эта подсказочка, что, смотрите, у нас сейчас 20-й год, да, и 20-й старший аркан, судьбоносный, что вот именно в этом году, возможно, кто-то познакомился, а возможно, здесь в этом году вы как раз получите вот это предложение, да, руки и сердца. Потому что король Пентакли нуждается в королеве Пентакли. Ну, тут карты считывают, я вам рассказывала, да, что совместное проживание для него это тоже как муж и жена. То есть, если вы не распишетесь, вы начнете, по крайней мере, жить вместе. Вот так. У кого-то
Сейчас есть момент расстояния, и поэтому у вас выпала умеренность, да? Вы ожидаете совместного вот этой встречи и совместной жизни с этим человеком, потому что он, да, из-за границы или из другого города, то есть не рядышком. Ну, вот такое, вот двоечки, я вас поздравляю, у вас безумно крутой прогноз и контракт ваших душ мне очень нравится, скажем так, за все те, наверное, да, моменты страдания, которые были в вашей жизни, и вам дали такой бонус, и причем я вот хочу точно сказать, что вы не ожидали, вот именно этого человека, он зашел легко, он зашел как-то быстро, да, незаметно, ну вот и налегке, это не было каким-то таким, что томные там ожидания, свидания, это как-то вот, ну, было вот достаточно без, да, непрогнозируемо, скажем так. Благодарю вас за внимание. Переходим к позиции номер 3, Ошо Дзен. Контракты ваших душ. Так. Ух. Да ладно. Пошли, у нас тут пошла жара старшей арканы. Угу, но не все так сладко. Угу. Угу. Так, сейчас я его подвину, чтобы вам было где-то видно. Угу. Интересная история. Я не могу остановиться. Прям докладываю и докладываю. Ладно. Ну вот знаете, докладывала не зря. И вот всегда вот это дно колоды для меня очень важная подсказка. Расскажу чуть-чуть позже, что означает этот туз воды. Итак, безумно важный человек. Кто-то здесь прям, да, официальный брак у вас. У кого-то был, у кого-то есть. И вы знаете, почему этот человек для вас важен. Почему вы его выбрали, или он вас, да, здесь сумасшедшее притяжение и любовь. Такая, вот, знаете, страсть прям, ну, срывает крышу. Но ваш партнер, человек, у меня такое ощущение, что чего-то тут боится, и у него колоссальные страхи. Понимаете, как... Вот я вам скажу честно, что здесь одна душа готова идти на создание союза, а другая, хоть и любит, она сопротивляется. Почему? Потому что, да, у кого-то здесь проиграется, как человек еще не закончил предыдущие отношения, да, то есть у вас как бы тайная связь. Тут не выпала верховная жрица, но все же десятка пентаклей, да, и десяточка жезлов. Почему, да, вопрос? И вот тут как раз мне проигрывается, что если женщина, допустим, смотрит на мужчину, то он, да, он с какой-то королевой пентаклей тусуется, он со своей женой, и вы ждете, что по колесу фортуны к вам, да, она развернется, и ваша мечта осуществится, и произойдет, да, вот это притяжение по дьяволу, и вы будете вместе. Но пока человек, да, там и... Может, тут был разрыв, и в течение вот, ну, или ближайший месяц, или было, или будет, здесь как будто бы, да, вы что-то побили горшки, как-то отрезали человека, и он сейчас вот, да, вот этого отшельника ушел. Достаточно много старших арканов, но я бы вам сказала, что это такая душа, да, которая... которая вам дана пройти путь и осознать какие-то моменты, но вам пора ее отпустить, пройти вот эту трансформацию, да, сбросить ненужную вот эту шкуру овечки, оставаться
зубастеньким таким львом. И знаете как? Вам не надо бороться за свое счастье, оно к вам и так придет. Просто как будто бы это не ваше. Как будто бы, да, по контракту вам было прописано какой-то момент покружить вместе и выйти из отношений, да, все оборвать. Но какие-то события, знаете, там, поздравил кто-то кого-то с днем рождения, или с Пасхой, или с праздником каким-то, и вы как тянетесь, да, по солнышку, ну, может, у кого-то здесь проиграться, что вы успели, да, вот тут детки у кого-то вот родить, вот что есть. Может быть, да, такое, поэтому семейная карта, да. У кого-то, я же говорю, проиграется, вы загадали, возможно, несвободного человека, и вы ожидаете, пока вот, да, наступит на вашей улице праздник. Но после карты, я вам так скажу, после карты, да, королева пентаклей и так далее, тут сразу мне пошла энергетика другого персонажа, то есть что вот тут вам дадут другое, что здесь кто-то очень долго может кружить в этих отношениях вашей души, а по тузу чаш это новое, да, это новый человечек, и данный расклад, скорее всего, если вы попали и с вами резонирует вот эта проигрывается история, одна из, да, одна из тех трактовок, то поймите, что вам нельзя сопротивляться и не идти в новое, да, вам надо закончить вот это старое, да, да, десятку пентаклей закрыть вот этой десяткой жезлов и по тузу облаков, да, отрезать, да, вот этим рыцарем облаков быть. Тут даже если мужчина смотрит, то же самое, вы как все время ожидаете, да, что, допустим, женщина станет вашей, но она не становится, не готова. Тут одна душа более осознанная, другая где-то еще... ну, в трансформации какой-то, да, некой находится, и пока вот она не пройдет ее, у вас счастья совместного, да, не будет, будут вот эти какие-то коллапсы, и будет тяжело, тяжело, но в любом случае, если вы сейчас, да, вот это не закончите, то через год, да, здесь просто я не советую тянуть, я советую ближайший месяц по тузу, да, мечей это все отрезать. Вот, и очень крутая подсказка, что вы пройдете, да, вот эту трансформацию, вот эту мечту свою, былую, да, отправите на небо, и поймете, что на самом деле вы достойны другого человека, вы себя оцените, и вам дают тогда другого персонажа, абсолютно другого. Давайте посмотрим... Что будет с новым персонажем? А, ну так извините, тут у вас просто не все так быстро, да, вот от месяца до трех проиграется, как новый человечек, и ангеларий по поддержке ангелов, тут вами руководят они, поэтому здесь уже, я же говорю, вам нельзя сопротивляться, все, что уходит, отпускаем, а то, что придет, не отталкиваем, потому что тяжелое, у меня аж горло начинает болеть, тяжелое, боли много, страданий, вот, кто-то в постоянном ожидании, а она не сдвигается с мертвой точки. Возможно, просто даже, да, человек как-то отдельно, вы там где-то живете, встречаетесь очень много лет, а совместного проживания туда как-то не проигрывается. А вы так хотите эту свадьбу, вы прям уже видите фирму туфлей, оттенок айвори на себе и, ну, не знаю, и так далее, да, и какой будет лимузин или там еще что-то, да. А вам даст это все другой человек. И поэтому карта в конце, шестерка жезлов, карта победы. Потому что ваша победа, да, будет заключаться вот в новом человечке. И вы его, да, можете воспринимать, кстати, вот такая подсказка, да, что в стрессовом факторе. То есть вы будете вот здесь, а вам надо себя отсюда вынуть. И с уверенностью, да, в завтрашнем дне давать шанс тому персонажу, тому человеку, который хочет сделать вас счастливыми. Вот это мое мнение. Благодарю всех за внимание. Обязательно пишите отзывы, как с вами проигралось. Мне приятно читать обратную связь, насколько с вами срезонировало, да, видео данное. До новых встреч, до новых видео. Всех обнимаю. Пока-пока.